Доброго здравия! Сегодня у меня в разборке микрофон ISK AT100. Фирменный микрофон фирмы ISK. Она делает довольно неплохие микрофоны. Самая известная из них модель — это ISK BM800, с которого сейчас клепают копии под названием BM800 за 1000 рублей. Оригинал же стоит от 5000. Так, ну и сразу к внутренностям. Корпус сделан из толстого силумина, довольно массивный по ощущениям. Применен качественный, действительно качественный капсуль. 16-миллиметровый, с большой мембраной. Мембрана причем открытая у него. Вклеен он в резиновую такую вот штукенцию, на которой это типа демпфера. Но схема здесь, конечно, убогая. Вот я ее нарисовал. Использован шумный транзистор Polyvic GFET 2SK596, который пихает во все китайские микрофоны в входном тракте. Ну и на выходе у него биполярный транзистор с большим коэффициентом усиления. Это 200-400 единиц. 2SA1015. Схема, как говорю, уже примитивная, но со своей функцией она справляется хорошо. Единственный минус — это шумный Polyvic на входе. Попробую я из этого микрофона сделать более качественный по звуку, именно по шумам, потому что в принципе сам звук с этого микрофона достойный, даже такой вот из коробочки. Внутри у него очень много места свободного. Я думаю, найдем, куда укрепить плату качественного усилителя. Ну вот, пожалуй, и все. Сделаю небольшой тест перед разборкой микрофона. Один, два, три, четыре, пять. Проверка, проверка записи микрофона ISK AT100 с родной схемой усиления, без каких-либо накруток частотных, со звуковой картой Behringer Euphoria UM2. Один, два, три, четыре, пять. Расстояние до микрофона 5 сантиметров. Ну вот, микрофон переделан, и сейчас коротко пробегусь по тому, что было сделано, и тест, как обычно, со сравнением нескольких микрофонов. Итак, в микрофоне была вот такая вот платка усилителя. Я в одном уже видео показывал, срисовал схемку, но она весьма примитивная, то есть здесь один полевой транзистор, очень сильно шумящий, и один биполярник. Все. То есть эта схема даже не балансная, обычная. В общем, она никуда не годится. Я не знаю, для какой цели ее использовал производитель вот этих микрофонов ISK AT100. Вообще фирма ISK делает хорошие микрофоны. И даже этот микрофон из коробки звучал, в принципе, неплохо по сравнению с теми же BM800 и разных производителей с того же AliExpress. Ну вот, для микрофона ISK AT100 я взял вот такую схему. Это схема с одного из форумов микрофонщиков, от микрофона, по-моему, Marshall MXL 2007 года выпуска. Она показывает очень хорошие результаты, но в принципе она стандартная, то есть балансная схема, равноценные плечи. Использован качественный полевой транзистор 2SK170 и малошумящие биполярные транзисторы 2N5087 с высоким коэффициентом усиления. Ну и для сравнения будет использован микрофон ISK AT100 с родной капсулой и замененной схемой усилителя. Микрофон Lihao
с установленной 26-миллиметровой капсулой и схемой усилителя, называется она Элис, с одного из американских также форумов микрофонщиков. Она также выполнена на биполярных транзисторах по балансной схеме и с качественным полевым транзистором на входе. И третий микрофон XL1. Я недавно его закончил делать, наверное, скоро сделаю тоже обзор по схематике данного микрофона. В него установлен капсуль 34 мм. Это на данный момент самый большой капсуль, который у меня имеется. И было интересно с ним поработать. Он весьма капризен к питанию, поэтому для него была применена схема одного из самых малошумящих микрофонов на данный момент. Это Rode NT1A. Я там внес некоторые изменения. И также добавлен повышающий блок на микросхеме, который поднимает напряжение до 80 с лишним вольт, который подается на обкладке капсуля. Капсуль здесь конденсаторный. В этих двух микрофонах капсули электретные, то есть им не требуется фантомное внешнее питание на обкладке. Достаточно того, которое они получают от схемы. Для 34-миллиметрового капсуля требуется дополнительное питание. Ну и для сравнения запишем все три микрофона. 1, 2, 3, 4, 5. Первым подключен микрофон ISK-AT100 после замены штатного усилителя на схему балансного усилителя 2007 года от одного из профессиональных конденсаторных микрофонов. Вторым будет микрофон Lihao. 1, 2, 3, 4, 5. Вторым для сравнения подключен микрофон Lihao с 26-миллиметровым капсулем и схемой усиления Элис с американского форума, также выполненная на биполярных транзисторах по балансной схеме. 1, 2, 3, 4, 5. И третьим будет микрофон XL1 с самым большим капсулем. 1, 2, 3, 4, 5. Третьим для сравнения подключен микрофон XL1 с капсулем 34 мм и схемой усилителя от микрофона Rode NT1A. Это на сегодняшний день одна из самых малошумящих схем усилителей. 1, 2, 3, 4, 5. Все микрофоны подключались к звуковой карте Behringer Euphoria UM2 без какой-либо частотной обработки, напрямую, как есть звук с микрофона.